Привет, дорогие друзья! Хотела поговорить сегодня вот о чем. Помните вот насчет тех школьных тетрадей, которые я покупала Кате? Выяснилось, что учитель не говорил по поводу того, что вот будут двойки стоять, если не будет тетради. Катя это говорила. Как я поняла, она посмотрела, что у многих тетради куплены, и она тоже захотела, поэтому она вот так вот сказала. С учителем получилось так, что мы поговорили на повышенных тонах. По поводу еще чего. Помните брюки, которые я Кате покупала ко школе? Видео как-то я показывала. Она сказала, что это джинсы. Хотя это брюки. Она сказала, что в таких в школу ходить нельзя. Я вот по поводу этого еще пойду разбираться к директору. Что это даже не брюки, не а джинсы, и это вообще как лосины. В каком месте увидели лосины, я не знаю. Сегодня у меня Катя осталась дома на больничном. Но мы сегодня врача вызвали, так как у нее температура. И я сегодня хочу, вот дождусь врача, а потом пойду возьму Кате на эти брюки. И пойду в школу к директору разбираться насчет этих брюк. В последнее время, знаете, со школы стали часто звонить учителя. Как я вышла на работу, все. Что мне сегодня учитель сказал? Вот вы бы могли позвонить. Извините, пожалуйста, я с работы бывает в 12, в час ночи прихожу по-разному. Иногда раньше, иногда позже. Но когда в 10, когда в 9. Поздно вечером звонить тоже не хочется. Вчера вот я с работы в 8 часов приехала, поэтому я позвонила учителю. А так вот дурдом полный, короче, у нас творится. Пойду разбираться в школу по поводу всего этого. К Свете тоже учитель привязывается, что она это не то одевает, это не то. И вот Света тоже из-за этого психует. Но как мне объяснила одна женщина, дети просто стали скучать по маме. Они стали обманывать. Мамы им стало не хватать. Мама постоянно на работе, на работе, на работе. Из-за этого сейчас вот такие вот у нас перемены. Я не знаю, как уже. Я с детьми разговаривала. Но это что-то не очень-то на них действует. Они сразу в слезы кидаются и все. Да, я понимаю, что им хочется то же, что и у других ребят. Вот так же, как с Катиными, с этими тетрадями. Катя меня просто обманула. Ты меня, Катя, обманула. И все. И вот и получилось так, что мы с учительницей поговорили на повышенных тонах. Ну, да, мне перед учителем неудобно. Но я постараюсь извиниться, в школу пойду извинюсь. Потому что или позвоню, если, по крайней мере, ее в это время уже не будет в школе. По поводу брюк я разберусь. Почему это джинсы? Это не джинсы, это брюки. Ну да, они... Но они даже не сильные в обтяжку. У них полшколы так ходят. У нас форму надо. Половина, вот как я не приду в школу, некоторые в джинсах девочки ходят. Что-то же их со школы не выгоняет. У меня они в обычных брюках. Посмотри-ка, им не нравится опять, что они у меня в брюках. Короче, пойду в школу разбираться. Честно, устала. Чё? Да нет. И у Ильи все еще не пришли результаты экзаменов тоже. Да, все еще не выдают аттестат. И вот будем... Так уже многие получили аттестаты, а ему все еще не дают. Вот тоже после этого тоже надо разбираться. Я знаю насчет Света, что ее тоже ругают. Вот буду разбираться. Короче говоря, детям не хватает мамы. Мама вышла на работу, все пипец. У нас дома это что-то. Я с ними разговариваю, но без толку. Посоветуйте, как быть в этой ситуации. Буду ждать вашего совета. Всем спасибо и всем пока-пока.